Всем привет! В последнем видео я вас интересовалась, как мне дальше развивать канал, на какие темы снимать видео, чтобы они были интересными. И вы предложили ежедневные влоги. Ну, помимо путешествий и видео об отношениях мужчин и женщин, с путешествиями сложнее сразу воплотить это. Ну, кстати, если вы проголосуете за меня в конкурсе от Royal Canin, о котором я тоже рассказывала, и еще раз оставлю ссылочку, то уже в сентябре будет и путешествие. Там у нас Марк, видите, рассказывает давно, я уже его не показывала. Вот ему скоро 5 лет уже в сентябре. Так вот, а сегодня решила, не откладывая, снять наш обычный выходной день. У нас похолодало все лето, холодное, жутко, дождливое, и поэтому сегодня мы не поехали на дачу, как обычно это бывает летом, а организовали развлекательную программу в городе. И вот сейчас я еду на фотосессию в музей железнодорожной техники, и заодно мы решили всей семьей туда поехать, потому что в музее Марку будет интересно посмотреть на поезда, мы давно о нем рассказывали. Вот, а я как раз пофоткаюсь, и там должен быть полностью реквизит, одежда подготовлена, покажу фотки для примера. Мне сказали взять только сменную обувь, потому что у них в наявности была только 38-40 размер, вот я взяла бежевые туфли, нужны были, но так как такие размеры большие обуви у них, то я что-то подозреваю, что и одежда будет на меня большая. Вот, мы уже в музее железнодорожной техники. Сейчас я буду искать, где моя фотосессия, а муж с Марком уже там. Здесь разные исторические вагоны, машины. Это вот на 14-й колеи, на центральном вокзале. Знаешь, Лэй? Крути! Крути, подобается? Да! Мой макияж и прическа. Сейчас дополню их платьем, и будет у меня уже полный образ. Пока такая голливудская волна. Губы чуть больше сделали, чем у меня есть, но на фотках так будет красивее смотреться. И покажусь вам уже в полном образе. Уже закончили фотосессию, а сейчас муж с Марком здесь ходили по разным вагонам и сказали, что есть один очень прям крутой, хочу тоже посмотреть. Это, видимо, форма проводника, а здесь целый вагон для аристократов. Все вот для чистых бельков. Смотрите, вот это купе с собственной ванной, даже комнатой. И вообще весь вагон всего на 6 человек, на 6 купе рассчитан. Все, мы уже едем на допремьерный показ мультика Ugly Dolls в торговый центр Лавина. Это, кстати, самый большой торговый центр в Европе. Он открылся года 2, наверное, назад только. И из-за того, что он на другом конце Киева, я в нем была только 3 раза. Первый раз на открытии H&M в Украине. У меня есть, кстати, влог отсюда. Ну, еще несколько раз.
И здесь огромный динозавр, сейчас будем его искать. Марк вот его ждет, ну и праздника в честь вот этого допремьерного показа. Насчет музея. Очень прикольный музей, особенно для детей, хотя и мне было интересно посмотреть на исторические вагоны. И узнали мы о нем только несколько лет назад, как-то он не сильно распиаренный, находится на вокзале на 14-й Колее. Когда была обзорная экскурсия по Киеву на поезде, по-моему, на 9 мая пускали тоже старинный локомотив для детей в основном. И мы, конечно, туда поехали, так как Марк хотел покататься на поезде, но была жуткая жара, и из-за того, что ограничения по Киеву для движения поездов, поезд не набирал необходимой скорости для того, чтобы включился кондиционер. Короче, это был просто ад, и так как мы не могли выйти посередине пути, не было остановок, то пришлось вот эти 3 часа быть в духоте. А тогда нам сказали, что лучше бы мы пошли в этот музей железнодорожной техники. И действительно, можно заходить во все вагоны внутрь, смотреть убранство таких вот аристократических вагонов. В общем, очень прикольно. Марк, тебе сподобалось в музее? Да. А что самое сподобалось наибольше? А? Вот. Кабина потяга величезна. Сейчас мой макияж не совсем, наверное, в тему на детском празднике. Ты макияж робила, ти знаєш, у вагоні. Так, у вагоні мене фарбували. І не совсем підходить к моїй одежді сейчас. Ну нічого. Марк нашел, но это еще не тот динозавр, но тоже прикольный, дракон. А він, чуешь, Марк, він еще говорит. Боится подходить ближе. Мы решили вспомнить зимовку в Таиланде и зашли в азийскую кухню, потому что, оказывается, фильм наш начинается через 2 часа. И здесь жареные пельмени. Кстати, такого мы не пробовали. И том-ям. А у меня какой-то другой. У меня сейчас выпадет сердце, выскочит, потому что смотрите, кто на первом ряду американских горок. Муж с Марком. Там от 95 сантиметров рост. Мужа у Марка, наверное, метр. Короче, я переживаю больше, чем они. Сейчас покажу, как они летать будут. Впечатлений много, но то, что Марк не поспал днем, дается в знаки. Нет, это не так. Вытяни палец из носа. А чему ты плачешь?
подключусь уже завтра. Едем уже домой. Решили наши бургеры отложить на завтра, потому что довольно сытные. Сытые сейчас. И уже на сегодня и так много впечатлений. По-моему, достаточно. Сегодня мы приехали в нашу любимую бургерную. Мужчины мои будут бургеры. Мы такое удовольствие себе позволяем не часто, но позволяем иногда. А муж мой. А у меня вот это мой любимый коктейль. Сейчас покажу поближе. Это Аймбургер Киев, и у них тут просто самые шикарные молочные коктейли. Посмотрите. Здесь налеплено шоколад, разные печенюшки, и здесь же можно поиграть в видеоигры. Но Марк отвлекся от них из-за вот этого. Муж в VR. Иду на землю. Ничего страшного. Увлеклись поеданием бургеров и даже забыла что-то снять. Вот опять на Инстаграм сняла сториз 10, наверное, а на YouTube забыла. Сейчас хочу, чтобы муж меня сфотографировал вот там вот на фоне этих небоскребов. И пойдем, может, прогуляемся еще по вечернему Киеву. Смотрите, здесь даже профессиональная фотосессия. Симпатичный вид прям. Вот это самое высокое здание у нас в Киеве, Гулливер, торговый комплекс. А это самый крутой торговый центр. Арена. Мы в парке Дружбы народов. Я здесь не была еще, наверное, короче, лет 5 точно, потому что сейчас с Марком гуляю только в парках на районе местных, а в центр вообще не выбираюсь, вот просто погулять. И смотрите, вот это арка Дружбы народов, которая дала трещину. Видите, с 2014 года у нас война, и я даже не знала, что здесь тоже обозначили трещину в нашей дружбе. Так что такие вот дела. Народа миллион. Вчера все были в торговом центре, когда была холодина, а сегодня все здесь. У меня такое чувство. И вот этот новый мост. Здесь есть часть стеклянная. Изюминка моста, стеклянная часть, стеклянное дно. Но почему-то оно постоянно закрыто. И я тогда не понимаю прикол, зачем его делать, если сюда никого не пускают. Раньше уличные музыканты просто собирали деньги, а сейчас у всех Инстаграм.